Итак, Кирюха у нас сразу на Татрис стрит зону делает бортслайд, причем по всей периле еще и наверх, что очень сложно в исполнении. Сразу топоганчик, очень красиво на амплитудный стакер, два барчика в водре. Сразу у нас дальше едет Кирюха. Так. Бортслайдер. Ух ты, липстол, на випчик был исполнен. Даже, мне кажется, наши судьи, я прямо сейчас видел, как аплодировали, а это уже многим говорит. Итак, Кирюха, у нас с тобой линия остается буквально пол попытки. Был исполнен бортслайд на 360 градусов на столик. Итак, кто-то у нас готовит, Кирюха, серьезный на стол. Накат лук, скорости немерено. И бар, фингер есть, хорошо. Итак, поаплодируем, потому что у нас с тобой остается заключительная попыточка, заключительный крючочек. Что же там сейчас будет, даже боюсь представить. Едет у нас Кирюха в сторону перила. Бортслайд наверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножечко нам с тобой не хватило времени и скорости, а на этом наша с тобой попыточка подходит к концу. Итак, а сейчас я...